это mind. Это ум. Very simple, very очень просто. Мир никогда не существовал вне ума. Наш ум — это мир. Ум создал мир. В тот момент, когда ты понимаешь, что нет ума, ты видишь самого себя. Вот и все. Ты отрицаешься все эти года с умом. И когда ум ушел, мир тоже ушел. Мир никогда не существовал вне ума. И как устранить мир? Это призыв к садхане или практике. Ты снова возвращаешься к этому длительному процессу, так ведь? Да, все эти дни ты думаешь, что ты X, так? И я говорю тебе, или ты знаешь, кто-то скажет тебе, ты не X, ты A. Как эта отрешенность отпадает? Может быть, ты сын принца, и ты на дороге. Всю свою жизнь ты потерянный сын императора, и ты в пути, ты принц. Ты не знаешь, что ты принц. Ты носишь одежду нищего, и кто-то подходит к тебе. Император подходит к тебе и говорит, ты не нищий, ты принц, ты мой потерянный сын. В тот самый момент ты становишься принцем. Носишь ли ты одежду нищего или нет, твой ум становится принцем мгновенно. Ты становишься императором страны сразу же. Отрешенность нищего отпадает в тот же самый момент, когда император говорит тебе, почему это не так? Я говорю тебе, ты не ум, ты истинное я, почему ты не отбросишь это? Это должно произойти в тот же самый момент. Реализация настолько проста.